Ну что, здравствуйте. Спасибо за то, что позвали в гости. Да, Я привет, Сергей. Да, нахожусь вот в том, что называется, я так понимаю, в будущем будет что-то типа... студия мужского движения предварительно. Студия, да, или интернет-студия. Здесь работают вот сейчас два, ну и может я помогу, чем смогу сегодня. Чем похвастаетесь, какие успехи за последнее время? Тут вот, говорят, стена прибавилась, да, которой раньше не было? Да, прибавилась третья стена. Почти до конца уже доделано. Сегодня приступим к четвертой стене торцевой. Я думаю, достаточно быстро ее зашьем. И вот вчера как раз я завел материалы. Вот этот гипсокартон и звукоизоляция. Это на потолок. То есть да, помещение небольшое. Все серьезно. Много, много-много звукоизоляции. Да, вот эта вся звукоизоляция, практически вся, уйдет на потолок. Да, серьезно. Какие планы по времени, когда, может быть, здесь состоится первая уже такая серьезная запись? Серьезная запись, на самом деле, когда я потолок закончу, здесь немножко прибраться, уже можно будет чисто технически что-то записывать, ее можно будет использовать. И потом в процессе доделывать. Ну, то есть весной, да, где-то? Ну, я думаю, быстрее. Я думаю, что... Сейчас какой у нас дата? Ну, где-нибудь... Я думаю, к концу марта, я думаю, что уже, так скажем, основной объем строительных работ будет закрыт. К концу марта. Когда будут реально какие-то записи, пока не знаю. То есть планов не было. Я бы здесь не стал какие-то сроки такие жесткие, однозначные ставить, потому что гений надо и работать. Да, делается собственными силами. Кроме того, есть еще определенные другие там задачи, которые выполняются. Тоже, кстати, в рамках мужского движения. По крайней мере, эгалитарного мужского движения. Поэтому так по что, возможности. Так что трудимся. Ясно. Гена занимается этой работой, на своем горбу все это тащит. Но приезжают неравнодушные активисты, мужчины. Если помогают. Хотите, давайте я тоже размещу там ссылки, не знаю, какие-нибудь контакты. Если будут волонтеры, желающие там по там, ну, тут слоты и так далее. Помощь такая двоякая, да, то есть кто-то может, если есть желание, приехать помочь вот, своими руками поучаствовать в этом процессе. Если кто-то хочет приехать из другого города, у меня на территории есть помещение, то есть, соответственно, койко-место, душ, ну и минимальные удобства будут, там, скажем. Я вот так на таких условиях уже второй раз приезжаю, в январские праздники да, приезжал. Вот Алексей сейчас, приехал из Санкт-Петербурга на пару дней, вот мы будем, когда у нас, завтра 23 февраля, да? По вторник. Послезавтра. Послезавтра. Вторник. То есть мы его отмечать не будем, мы будем работать. Ну, в общем, это вполне соответствует. Да, мы его отмечать не будем, мы будем работать. Нет, мы поздравим военнослужащих, мы все-таки с уважением относимся к этой профессии. Но с точки зрения МД, мужской праздник это 19 ноября. Вот. И второй вариант помощи, это, соответственно, финансовая помощь. Если кто-то готов финансово поучаствовать, тоже может прислать какие-то свои там пожертвования, донаты. Окей, ну тогда дайте мне ссылки, я размещу тоже. Да, народ. Естественно, я тебе дам. Поддержим. Дам ссылки. Ну там, скорее всего, будут мои контакты, да? Либо там через какие-то твои донатные программы. Да нет, зачем через мои? Только как будем, ну, как будем кормить донатов только, ну зачем? Ну, тогда так, да, тогда я могу дать конечно. Свои контакты, человек может связаться со мной, пообщаться, если есть желание приехать в гости, пообщаться, посмотреть. Ясно. Кстати, вот хотел бы всем альтернативно одаренным сразу сказать, ребята, если вам это неприемлемо, не надо, это все добровольно. Многие мужчины, которые считают для себя приемлемым, это делают от чистого сердца. Мы просто говорим о том, что да, финансы нужны, но мы не попрошайничаем. Возьмите это, пожалуйста, на заметку. Ну хорошо. Я думаю, кому надо, те поймут, как бы. Кто готов поучаствовать. Ну, в общем, весной очень может быть, что здесь что-то уже будет. Первые какие-то события будут состояться. Вот. Ну и надеюсь, что потом они будут там. Может, конечно, конкурента прям Аврора не получится, но а может и получится, посмотрим. Задача такой не стояла, да? Ну, то есть, да. Если все-таки вот из этого маленького проекта мы что-то сможем сделать, там можно потом это будет масштабироваться. Да уже получается, уже получается. Приходят люди, вживую общаются. Это очень важно. Вот, общение вживую, все вот эти коммуникации, когда ты человека видишь в глаза, и ты понимаешь, что у него не просто
клавиатура и мышка под рукой, а что-то еще в голове и в душе есть, это многого стоит. Ну, очная площадка – это большое дело, действительно, да. Если, кстати, здесь будет место, где можно пересекаться, кстати, да, то... мы обсуждали это уже, то есть можно, ну, какие-то раскладные стульчики ставить, спокойно здесь там 10-15 человек может сюда приехать, можно провести какую-то лекцию, там, скажем, повесить проектор на той стене, может быть, экран какой-то. Да, даже события какие-то. Какие-то, да, маленькие вот встречи, маленькие события, лекции, я не знаю, там, беседы. Можно спокойно будет здесь проводить. Причем это удобно приехать из Москвы. То есть, если к нам вот из центра ехать, с Комсомольской сюда, там, что-то в районе получаса ехать. Вот, можно приехать на машине, то есть, тоже, как бы, тоже достаточно все доступно, удобно. Понятно. Ну, в общем, я думаю, что перспективное место, так что успехов, вот, ну и чем можем, поможем. Вот. Да. Спасибо. Ладно. Спасибо за приглашение. Ладно. Может быть, еще сегодня что-нибудь успеем записать. Ну, может, нет. Как пойдет. Ладно. Импровизируем. В ритме танго. Ладно. Танцуем дальше. Окей. Снято.